Rashi Lavini, Мишнад Йосеф, Парашат Хаесара. Наши лавины нам сделали закон, чтобы мы каждый шаббат читали в Сефер Торе 7 алиот. 7 алиот. Что становится? И нам учит наша Тора, что алият мафтир больше всех. Мафтир надо читать после 7 алиот, как мы делаем это. Мафтир считается больше, чем всех. Даже если у человека есть родственник, который скончался, он хочет сказать кадиш, все равно машлим имеет даже меньше, чем половина силы мафтира. Мафтир считается самым большим от всех. Что становится? Что бы ни было в мире, сын имеет большую силу своему отцу помочь, чем другой человек в любом мире. Весь мир мужчине говорит кадиш одна копейка, сын говорит кадиш миллион долларов для папы. Что становится? Раби Акива, я специально на русском за вас говорю, guys. Раби Акива один день был в пустыне. Еще раз. Весь мир говорит кадиш моему папе одна копейка. Если я говорю кадиш моему папе, миллион долларов. 100 ганеден мой папа возьмет, 100 левел, если я скажу кадиш. Почему? Душа моего папы переходит ко мне, и моя душа от него выходит. Бера мезаке аба. Сын зовет зухут своему папе. Что становится? Здесь говорится, да, Вадиос приносит эту историю. Раби Акива один день в пустыне был на своем коне. И он видит, я извиняюсь за мой язык, как написано, так скажу. Он видит голый мужчина, черный как уголь. Берет дрова, полный, в 5-6 раз больше его веса. И бежит со скоростью. Раби Акива говорит, эй, стой. Он не становится, стой, не становится. Он говорит, знаешь что, я тебе заповедую, чтоб ты стоял. Я тебе приказываю, чтоб ты стоял. Говорит Тора, когда цадик приказ дает, Хашем не может остановить цадика приказ. И он останавливает, он говорит, иди сюда, говорит. Что ты такой черный? Он говорит, я не могу разговаривать, я боюсь. Меня сейчас сжигать будут. Он говорит, я, говорит, не живой. А кто ты такой? Он говорит, я душа. Душа кого? Такого человека. Он говорит, подожди секунду, а ты какое-то спасение имеешь? Он говорит, я не знаю, но ангелы, которые меня видят, как я мучаюсь, они говорят, о, если бы у тебя был бы ребенок, ты бы так не мучился. Он говорит, что теперь? Сын. Если у тебя был бы сын, ты бы так не мучился. Он говорит, хай, дай мне адрес, откуда ты. Он говорит, я там, скажем, с Нью-Джерси он. Хай, Раби Акива, на следующий день идет в Нью-Джерси. Находит его сына, этого мальчика, за 15 лет, у него бремела нету. О, говорит, иди сюда, что у тебя бремела? Он говорит, потому что мой папа давно скончался, мне мама не может бремела делать, ничего не знает, ничего мы не соблюдаем. Он говорит, иди сюда. Мне говорит, надо с тобой немножко позаниматься. Хай, Раби Акива его учит алефбет, он его учит Тора, потом идет ему делать бритмила. Он ему делает бритмила, после этого он говорит, иди сюда. Теперь ты, говорит, Тору читать можешь, да? Я хочу, чтобы ты был хазан. Сказали Раби Акиве во сне, если он, слушай, что говорит, я буду читать внутри. Амарло. שמעתי שהיומרים אילמלא היה למסכן הזה בן שעומד בתוך הקהל ואומר קדיש אנגלי сказали тому папе, который страдал, он папа это Раби Акива, он говорит, если мой сын сказал бы мне кадиш, ברוך את השם המורך, как חזן сказал, ברוך את השם המורך, והקהל עונים אחריו יש מרבה המורך, или он говорит קדיש, и люди отвечают, амен יש מרבה המורך, на его קדיש, וברוך השם המורך, и Баруха Шамарах, мияда и потрима то минаоныш. Освободят его от генома в этот момент, от ада. Хай, что становится? Раби Акива говорит, иди сюда, я хочу, чтобы ты был хазан. Он стал хазан. Он сделал хадиш. В этот момент Раби Акива в синагоге заснул немножко. Приходит тот папа, говорит, Раби Акива, thank you. Из-за тебя сегодня меня с геном освободили. Сколько лет? Если ему скажем 15 лет, и у мамы была 9 месяцев беременна, почти 16 лет он страдал. Кто его вынес от этого мучения? Его сын, который один раз стал хазан, один раз стал кадиш, один раз сказал Баруха Дашам Амарах, Баруха Шам Амарах. Один раз люди из-за него ответили Амен Яшмин Абам Амарах. Вот что такое кадиш, вот что такое ашка, вот что такое сыну научиться быть хазан.
и помочь своему папе. Теперь написано так. Алпия Кабала. Раби Овадия Йосеф говорит, не Кабала, как книга. Раби Овадия Йосеф говорит вот так. Алпия Кабала, Алпидата Кабала Маалат Алия Чиши Алита Алкулана. Шестой Алия на Шаббат выше всех. Почему? Первый Авраам, второй Ицхак, третий Яков, четвертый Моше, пятый Аарон, шестой Йосеф. Йесод. Йесод это фундамент, Йесод это бритмила, Йесод это все, это самый сильный момент. Окей? Шеибу хинад Йесод кенегед Йосеф ацадик, улхен иштадел ликнот алия чиши давка. Человек, который хочет ему сказать, какой хотите брахон, желательно шестой. Почему? Шестой это фундамент. Вехен маалат алит алия чишлиши беминха шешабат. Если это Минхой Шаббот. Какой браха хотите, он должен сказать шлиши, третий. Если он Израиль, он должен третий брать. Почему? Самая сильная молитва от всей недели это Тфилат Минха Шаббат. Гедолами Малат Шар Алиот. Это третий алия, больше, чем все недельные алиот. Царих, Ашалех, Цибура, Корева, Тора, Дагдег, Бриат. Окей, человек, который читает Тору, он должен быть очень осторожен с нигуном, с... Pronunciation. С выговариванием, произношение правильных слов. Если человек произносит правильное слово не может, его надо сказать, excuse me, вы идите читайте его слово правильно. Если он нигун неправильно сказал, там, зарека, он взял сегол, та, или там, мунах сегол, или кадма, азла, поменял, окей, идем дальше. Разные звучения. Нигун, тун. Но если он слово неправильно выговорил, как надо выговорить, он не говорил, надо ему сказать, excuse me, выговаривай правильно, идти обратно. Вегам, вегам аулем мафтил царих шейдали кру автора кейлхата. Человек, который мафтил читает, мафтил браху взял, он должен читать мафтил. Если он не знает, как читать мафтил, лучше ему мафтил не взять. Улхен яхзер акрия бенон бен ацмо. Рабай. Кодем шеале ле тура укшею, коле ле автора якрене бекол рам. Когда читает автора, он должен его громко читать. Окей? Теперь, Хафтара, когда читает Хазан, который Брахов взял на Мафтир, все, кто в синагоге есть, они должны читать Хафтара. Почему? Тихо читать и слушать, как Хазан выговаривает. А теперь что говорится? Хаолеле сефе Тора хаев ликро бефив белахаш это крия. Теперь, я читаю Тору, правильно? Я вам дал 3, 4, 5, 6 алия. Или Куаним Алият Коэн. Он вышел читать за Алият Коэн. Он сказал Барухой Дашам Урах, Баруха Шам Урах, потом Баруха Ташем Нотен, Хатора, правильно? Смотрите сюда, я читаю Тору. Правильно? Он должен тихо за мной повторять. То, что он слышит, он должен выговаривать. Если он не выговаривает, его браха Лаватала стал. Его браха ноль. Из-за этого он должен тихо-тихо выговаривать слова. А? Следит одна вещь, он должен выговаривать. Я читаю. Митоха Зафетура. Яхади Машалех Тибур Акоребатура. Он должен выговаривать слова, как Хазан выговаривает громко, он должен тихо выговаривать. Вот эти слова, которые он читает, выговаривает. Поэтому он высказать их должен. Если он просто слышит, он митцву слушания не берет. ממנו כל בעצמו הקריאה בלכותו ולכל הבטלה. כתב מנה שולחן ערוך שלו על הנותר. כך מנה שולחן ערוך כזל, איבו ברכה סתונס על הבטלה. ולכן, מי שאינו יודע לקרוא ואינו יכול לקרוא את הקריאה בלחש, שואל כתב שתת נימוש, דיון וגבל נימושת, חשו שתובן ברוכו נברו. אוקיי? כך גבוה את הידיעות, שואל כתב שתת נימושת, סליפוי. סליפוי ממוש נברוכות עד נטורו. Говорит, нет, почему читать не можешь? Но говорит Маран Шулхан Арух, есть минхаг людей, где они слепым людям дают бараха, и это не проблема. Сам Рав Овадия Йосеф что говорит? На Шаббат говорит, у меня был минхаг, моя обычая была брать барахой мафтир. Почему? Там в общем есть 7 барахот. Один на Тору до, один на после, один до мафтир, 4 после, становится 7 барахот. 7 брахот, а вторая. Почему? Потому что у нас в будний день есть 100 брахот. У нас есть 3 шмона эсре по 19. 19 на 3 будет 57, правильно? Потом у нас есть 22 брахот на шахарит. 22 и 50, 79, правильно? Потом мы берем, руки моем и на тля дедаем, делаем 4 брахота там. Умножить на 2, 1 раз утром, 1 раз вечером, 8. Столько стало 86. 86 брахот, правильно? Потом человек надевает цит, надевает тфилин. А?
Выходит уже там 90 брахот. Потом человек басамим делает, шакуль говорит, идет в туалет 3-4 раз, а шариацар говорит, натлядадам делает, все это выходит 100 брахот. Каждый день у нас 100 брахот есть, это в будний день. Шаббат. У нас нету шмонаэсре, молитва, которую мы тихо читаем, 19 брахот. У нас есть только там 7 брахот. 4 раз по 7, 28, у нас 30 брахот не хватает. Когда человек мафтиль читает, он там 7 брахот говорит. Рау Адзюсеф, что говорит, я один раз говорил, боре прияец, боре ацеб самим, боре избеб самим, анатен ахтеб апелот, все эти брахот, 3-4, боре минеб самим, 3-4 раз в день говорил, он говорит, чтобы сделать 100 брахот на шаббат, потому что у нас на шаббат брахот мало. Но, что стало? Слушайте внимательно, на этом мы заканчиваем. Вы пришли на шаббат в синагогу. У вас столько брахот не хватает. Что вам делать? Кто-то вышел на Тору, сказал Баруха Ташем, Баруха Ташем, но ты на Тора. Вы сказали на его браха Амен. Считается, вы сказали сегодня один браха еще. Из-за этого... А? Очень хороший вопрос задали. Очень хороший вопрос задал Мло Гавриэль. Почему надо 100 брахот сделать в день? Что становится? Гемара брахот говорит, один день, Давид Амелеха время, Давид Амелеха время, сто человек умирало в день во время Давида Мелеха. Когда он стал их считать, 100%. Люди стали умирать каждый день 100 человек, он не знал, как это остановить. И он стал уже переживать, он говорит, что делать, чтобы это остановилось. И когда он один день пошел спать, Бог ему дал пророчество. И пророчество написано «Ваата Исраэль», и сейчас народ Израиля «Ма Адона Элайха Шоэль Меймах». Что Ашем, твой Бог, от тебя спрашивает? Ки им ли ира? Ашем просто у тебя спрашивает боязнь к нему, боязнь Бога. Теперь Гемара говорит, «Алтикре ма эла меа». Не читай «ма» «что», а читай «меа» «сто». «Меа» на иврите будет «сто». Отсюда Давид Амех сказал всем читать 100 брахот в день. Когда стали читать 100 брахот в день, вчера умерло 100 человек, после вчера 100 человек, после вчера 30 дней 100 человек. Все умирали 100 человек. А когда он сделал так, что люди сказали 100 брахот в день, никто больше умирать не стал. И отсюда мы учимся. Человек, когда говорит 100 брахот в день, он спасает других людей от смерти. Ашем, чтобы нам помог. Это 100 брахот даже мужчин, даже женщины должны делать 100 брахот в день. Ашем, чтобы нам помог, чтобы мы делали 100 брахот в день, росли по Торе. И человек, который осторожно говорит браха, есть люди, говорят, Бог это мой холом, ни имя Бога не слышали, ни амен можно ответить, ни Богу можно ответить. Человек, который говорит браха, барух, ата, адонай, элохену, мелех, ха-олам, там скажем, ше-аколь, я видел, когда он браха медленно говорит, Бог говорит, смотри, как ты меня аккуратно благословишь, я тебя буду так благословлять. Все брахот в мире от Бога идут, когда человек его хорошо благословляет. Ашем, чтобы нам помог благословлять, Ашем от всей души, и Ашем, чтобы всех нас благословил.